Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, братья, сестры, слава Богу, доброе утро всем, восхваляем Господа, Бога Святого, аллилуйя, слава Тебе, Господь, слава, слава, слава и хвала, Господь, слава Тебе, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Боже, благословен Ты, Царь Вселенной всей, благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Аллилуйя. Отец наш, сущий на небесах, Бог Святой, слава Тебе. И надеющийся на Тебя, Господь, будет благоденствовать. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. В притче 28:25-26. Господь, да, благословит нас уповать и надеяться на Него. Аллилуйя, аллилуйя. Я надеюсь на Тебя, только, только на Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. И не верю никому, только Богу одному. Не боюсь я никого, только Бога одного. И не верю никому, только Богу одному. Нет, нет, не боюсь я никого, только Бога одного. Эй! Нет, нет, не боюсь я никого, только Бога одного. Не боюсь я никого, только Бога одного, и надеюсь на Него. Доверяю Господу. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, Бог Святой. Доверяю Тебе, Господь, уповаю на Тебя. Верю Тебе, Господь, слава Тебе, Бог Святой. Благословен Ты, Царь всей Вселенной. Благословен Господь, Бог наш. Аллилуйя. Слава Тебе, слава Тебе. Слава Агнцу на престоле. Слава Утешителю, Духу Святому. Аллилуйя. Слава, слава, слава. Аллилуйя, аллилуйя. 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 Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Не боюсь я никого. Роза, доброе утро всем. Доброе утро, кто подключается. Прославляем Бога, восхваляем Господа. Аллилуйя. Только Бога одного, и не верю никому, только Богу одному. Не боюсь я никого, эй, только Бога одного, и не верю никому, только Богу одному. Нет, нет, не боюсь я никого, только Бога одного. Эй, нет, нет, не боюсь я никого, только Бога одного. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Святой, слава Тебе, великий Бог наш, аллилуйя. Действительно, уповаю на Тебя, надеюсь на Тебя, Господь. И благоденствие, Господь Боже, в этой надежде. Боже мое, слава Тебе, Господь, славы. Слава Тебе и хвала, Боже. Доброе утро, Господь Святой. Доброе утро, Бог Живой. Слава Тебе и хвала. Благословенный Царь над всей Вселенной. Слава Тебе, Господь. Боже Всемогущий, благослови народ Своим миром. Благослови сегодня, Господь Боже, всех нас. Благослови всех любящих Тебя, Тебя боящихся, Господь, верующих, Боже, разных конфессий, разных деноминаций. Ведь наши религиозные барьеры, границы, они до неба не доходят.
и не могут закрыть Тебя от нас и друг от друга, не могут закрыть Твоей любви, Господь Боже, потому что Твоя любовь, она распространяется больше и выше, чем мы это представляем. Боже, потому что Ты есть любовь, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную, дар Твой во Христе Иисусе, Господе нашем, для всего истрадавшегося человечества. Благодарю Тебя, Господь, благословенный Царь наш. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, благословенный Царь наш. Аллилуйя. Аллилуйя. Не боюсь я никого, только Бога одного, и не верю никому, только Богу одному. Не боюсь я никого, только Бога одного, и не верю никому, так как Богу одному. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Святой Великий Бог наш! Аллилуйя! Доверяю словам Твоим, Господь! Доверяю, Господь, Тебе, Боже! Слава Тебе! Чьим словам поверишь Ты? Я буду верить Слову Господа. Чьим словам поверим мы? Я буду верить Слову Господа. Чьим словам поверим все мы? Я лично буду верить Слову Господа. Чьим словам поверишь ты? А я буду верить Слову Господа. Бог сказал, что я спасен. Он сказал, я исцелен. Бог сказал, свободен я. Есть победа у меня. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Бог всемогущий. Действительно, Боже, Слову Твоему наше доверие. Мое доверие личное, Господь, именно Слову Твоему, тому, что Ты сказал. Боже, хотя, Боже, кругом полно страхов разных, стрессов, страхов в этом мире, но, Господь, у меня есть один благословеннейший стресс и один лишь благословеннейший страх. Это стресс и страх, Боже, Твоего присутствия. Боже, все остальное вообще ничто. Боже, и благодарю Тебя, Господь. Боже, много всяких слов, Господь, в этом мире. Боже, великих и важных, и ничтожных, неважных совершенно. Боже, но, Господь, среди этого моря слов есть Твое живое слово. Господь, которое оживотворяет. Ты посылаешь слово, и все оживляется, все оживает. Господь, слава Тебе и хвала. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь в словах Твоих. Боже, словом Ты вообще все сотворил, Господь. Все, что мы видим, видимое и невидимое, все сотворено Тобою, Господь, словом Твоим. Боже, действительно, это чудо, это чудесно, это удивительно, восхитительно, Господь, слава Тебе. Действительно, Боже, Тебе доверие и Слову Твоему, Боже, аминь. Благодарю Тебя, Господь, что Слово Твое для нас – это не просто что нечто эфемерное, не просто что-то лишь слухом воспринимаемое. Слово Твое – это то, что воспринимаемо всем нашим естеством, духом, душой и телом. Слово Твое стало плотью, обитало с нами, полной благодати и истины. Слово Твое, оно жило и побеждало, и ныне оно живет и побеждает. И оно будет жить и будет всегда побеждать. Слава Тебе, Господь! Тот, кто был, есть и грядет. Вседержитель! Благодарю Тебя, Господь, что действительно Слово Твое, Слово великого Бога, это действительно то, что есть жизнь наша. Иисус Христос. Иисус, Мессия, Машиах и Иешуа, Иисус Христос, Слово Божье. Аллилуйя. Елена, да, доброе утро, благословляю вас тоже, Елена, и всех братьев, сестер, кто сейчас вот онлайн подключился, еще кто-то подключается, да, благословляю.
Благословляю свою семью, благословляю всех вас, друзья, братья, сестры. Слава Богу за доброе утро. В Киеве сегодня достаточно так пасмурно, хмарно, да. Вот, непогода с утра, как говорят, да. Но, как вот в той песне пелось, у природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Надо просто принимать благодарно, да, от Бога все принимать. Вот, и благодарны Богу за все. Вот, и сегодня утром вот проснулся с этой песней. Пою ее, хожу, пою, благодарю. И вот сейчас вот в эфире тоже пою. Здесь, в Киевской общине еврейской, мессианской, часто слышал ее. В Петербурге у моих друзей тоже в мессианской общине часто слышал эту песню. Очень нравится она мне, эта песня. Простая. Не боюсь я никого, только Бога одного, и не верю никому. Никому, только Богу одному. Не боюсь я никого, только Бога одного, и не верю никому, только Богу одному. Нет, нет, не боюсь я, не боюсь я никого, только Бога одного. Эй, нет, нет, не боюсь я, не боюсь я никого, только Бога одного. Не боюсь я никого, только Бога одного, и не верю никому, только Богу своему. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Этот месяц, ну, по гражданскому календарю сейчас сентябрь месяц, на дворе 4 сентября уже, да. В этом году очень такое редкое совпадение. Месяц сентябрь совпал с самого начала, совпал с библейским месяцем. Месяцем. Шестым месяцем. Ой, потому что два Адара было в этом году. Поэтому шестой месяц получается, да. Вот. И этот месяц называется Элул. Элул. В библейской традиции мы в этом названии месяца видим именно аббревиатуру вот этих слов. Я принадлежу моему возлюбленному, да, возлюбленный мой принадлежит мне. То, что Бог говорил как раз, да, это потрясающе. В песне песней, и то, что мы к Богу обращаемся, и то, что Бог нам обращается, это вот единство в любви. И вот этот месяц, да, его порой называют месяцем суда, традиционные иудеи, допустим, да, вот, значит, Хешбон, как говорится, вот, значит, приводят в порядок, да, значит, все подсчитывают, значит, там, и прочее. Как вот типа прощенного воскресенья, нечто подобное, только вот целый месяц в еврейской традиции. Вот, готовится к суду, значит, да, значит, и трепета, месяц такой, да, значит, покаяния. Но для нас, новозаветных верующих, евреев, неевреев, этот месяц, он становится месяцем трепетной любви, месяцем трепета и любви, такой, знаете ли, благоговейной любви. Это потрясающе. И весь этот месяц традиция древняя трубить в шафары перед праздником труб, как говорится, да, уже трубление уже происходит здесь. Трубление уже происходит прямо сейчас, уже на протяжении всего этого месяца. Ну, у меня шафара здесь нету, я в записи слушаю, включаю YouTube, допустим, значит, там много есть разных, даже в социальных сетях, там, на Фейсбуке сделал ссылочки, я уже не раз уже на протяжении этих дней. Элула, значит, именно о трублении шафаров, да, в Израиле там потрясающие записи есть шафаристов, да, слава Богу. И Киевская еврейская мессианская община тоже с шафарами все время шафарит, молодцы ребята. Вот, так что
Вот, Бориса Луч, привет, всем там привет, кемо святым, аллилуйя. Вот, и знаете, да, вот еще Даниэль, да, мир вам всем Божий из Германии, слава Иисусу, аллилуйя. Навеки слава Богу Святому, аллилуйя. Привет всем святым Германии, аллилуйя. И слава Богу за все. Братья, сестры, и вот звучат шафары перед праздником трубного зова, перед праздником Господним. Этот месяц, последний месяц года, если считать о сотворении мира, он действительно, он такой месяц трепетной любви. Элул, месяц трепетной любви. Вот, и а сам праздник шафаров, да, ну, это так вот в народе говорят, а так праздник трубного зова. Там вообще-то серебряные были трубы в древности, во времена храма. Они были, ковались из трубы из серебра. Вот, потрясающие, я думаю, звуки были потрясающие. Вот, конечно, и шафарами трубили тоже, безусловно, но вот кульминационным являлось как раз трубление в серебряные эти трубы, кованые трубы. Удивительно. Вот, и вообще духовые инструменты, да, они, ну, в этом что-то есть, какая-то сила какая-то невероятная вообще. На разных инструментах прославляется Бог всемогущий, и верю, что Господь позволит и нам тоже, вот православным обновленцам, реформаторам тоже славить Бога на в разнообразных таких стилях, жанрах, да, музыкальных, там, в разных церквях наших, вот, и на различных музыкальных орудиях, музыкальных инструментах. И, конечно, особенным моментом, да, всегда в богослужении, я убежден, такой литургии православной будет именно духовое исполнение вот этих духовых орудий, да, духовных тоже. Фил Дристл, его послушайте, вот семинары, потрясающие проповеди. Фил Дристл, он, значит, как раз в Риге, в церкви нового поколения у пастора Алексея Ледяева, моего старого друга, он проповедовал на эту тему, и он говорил как раз потрясающее свидетельство. Он не только учил, он даже сколько не учил, сколько он именно играл. Он играл, он трубил в разные трубы, вот, и люди освобождались, люди исцелялись, вот, это потрясающе. И много свидетельств, когда Фил, он начинал трубить в трубы, в шафары, в трубы, и люди получали исцеление, освобождение от бесов, вот просто решение многих проблем. Дух Святой вот начинал трубить в зал, трубить среди людей. А Фил Дристл, он чем известен, что он, ну, лучший трубач на планете. Несколько лет подряд он занимал вот такое первое место на планете, на Земле на нашей, среди всех трубачей Земли. Самый главный трубач был, да. Сейчас он уже пожилой человек, кстати, не знаю, да, ну да, пожилой уже человек. И, значит, и его, но его семинары, это что-то с чем-то. Это, конечно, вот для прославителей, для вот именно вот левитов, как мы говорим, да, тех, кто прославляет Господа, это целое откровение на самом деле. Слава Богу. Да, спасибо, Господь, спасибо. И одно из откровений, которым тоже живу я, это то, что на различных, в разнообразных таких музыкальных орудиях будет прославляться Господь Всемогущий. Уже прославляется в разных церквях, в разных конфессиях, в разных деноминациях. Ну вот, а есть праздник, такой даже целый праздник есть. Да, поэтому, кто играет на трубах, да, есть ваш праздник, День трубачей всех, будем так говорить, да. Вот, значит, всех духовых орудий. Это праздник трубного зова. Праздник трубного зова. Да, это в этом году, получается, в ночь с 29 на 30 сентября мы будем праздновать. Мы будем отмечать этот праздник, встречать этот праздник. Он будет продолжаться 2 дня. Вот, по традиции, да, еще потому что еще в России немного евреев, не только в Израиле в самом. Вот, и даже большая часть все-таки в России, не думаю. Вот, и знаете, друзья, интересно, что праздник трубного зова предстоящий, который мы ожидаем все эти вот дни в таком трепетном еще и ожидании осенних праздников Господних,
этот месяц, он без праздников. Этот месяц Элул, он не обозначен никакими праздниками, но он весь является праздником. Вот как ни странно, такой месяц очень, очень странный во всех отношениях. Он месяц без праздников, но он весь месяц праздник, сплошной месяц праздник. Вот, месяц трепетной любви. «Они ледоди ведоди ли». «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне». Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, спасибо. Что может быть прекраснее вообще? Это и есть праздник наш, действительно. Спасибо тебе, Господь. И сегодняшние трубления, утрешние, вечерошние, вот именно ночные бывают трубления, вот шафарами, вот дневные. Вот на протяжении молитв часто я включаю шафар, допустим, да, это как напоминание о том, что грядет этот праздник труб. Вот, и череда осенних праздников начинается. Йом-Кипур, да, Йом-Хакипурим, значит, там, и потом Суккот, конечно же, кульминация, апогей всех этих вот. Это как один праздник тоже в месяце следующем, в седьмом месяце, в месяце Тишрей. Значит, и для нас, новозаветных верующих, евреев, неевреев, эти грядущие праздники, они являются действительно, ну, знаете, таинством, таинством Бога воплощения. Потому что они ознаменованы как раз именно тем, что вот исполнение праздников началось 2000 лет назад, этих праздников, да, исполнение их, ну, полное исполнение будет лишь еще в будущем, при втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Но частично они уже, празднества эти, начинали исполняться и исполнились частично при первом пришествии Машиаха, при Рождестве Христа 2000 лет тому назад. Удивительно. Поэтому есть христианская добрая традиция, хорошая, перед Рождеством на протяжении целого месяца, там, допустим, там поются песни, рождественские гимны, Christmas time, так называемое, время Рождества, оно потрясающее, дух Рождества такой. Вот, и вот, и это добрая традиция, считаю, очень хорошая традиция такая, евангельская традиция. И, по сути, вот сейчас Christmas time, сейчас время предрождественское, поэтому Элул для меня это время вот этого ожидания чуда, дух Рождества. Он витает сейчас, он витает здесь. Дух Рождества, Дух Святой. Это радость Бога воплощения, радость и второго пришествия. Мы говорим: «Гряди, Господи Иисусе», потому что когда трубы трубят, эти шафары трубят, шафарят, значит то, мы восклицаем как бы к небесам: «Гряди, Господи Иисусе». Это еще и как воцарение, грядущее воцарение Машиаха над всей землей, от края до края, над всеми народами, над всеми племенами. Аллилуйя, там в Израиле, там в Иерусалиме. Аллилуйя, аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Да, и все эти дни тоже мурлычу я и подпеваю такие рождественские гимны потрясающие. Тихая ночь, святая ночь, дремлет все, лишь не спит, в благоговенье святая чета. Вот сейчас, в эти же самые дни, Марии до родов оставались считанные уже недели. Да, и вот как раз в этих осенних праздниках родился Машиах, родился Христос. Исторический, я имею в виду, не православный, не католический, не протестантский, а реальный, настоящий, подлинный Иисус. Не церковный, не религиозный, а настоящий, правдошный Иисус. Не понарошку, по-правдошному. Он родился, по-нашему, получается, в сентябре месяце. Вот, значит, и раньше, чем это принято считать, вот, на 3,5 там года. Роза пишет, да, аминь, аминь. Шалом, драгоценные дети, любви, света. Аллилуйя, аллилуйя. Поэтому, да, время вот такого чуда, рождественского чуда. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Джищай, Бетлеем, весела новина. Же Панна чиста породжила сына.
Христос ще роджи нас, освободжи, ангели граю, круле вітаю. Удивительно, на разных языках проставляется родившийся Христос. Вот, и пусть не в само его Рождество, а значительно позже из-за антисемитизма, из-за религиозно-политических предрассудков антисемитских, значит, празднование Рождества было назначено на как раз начало января или же конец декабря, 25 декабря по новому или по старому, неважно, стилю, то есть 7 января или 25 декабря по нашему календарю сегодняшнему. Вот, это все из-за антисемитизма и язычества, оккультизма, потому что эти праздники 25 декабря, 7 января, они были связаны с Рождеством Бога Солнца, рождением Митры, рождением других божеств в сознании миллионов, значит, язычников. И поэтому, когда христианство стало государственной уже религией, то было принято такое политическое решение, религиозное, этими политиками и религиозниками, было принято решение тогда еще праздновать как раз вот именно, значит, в раннем средневековье Рождество Христово. Да, в подсчетах они ошиблись, и очень серьезно ошиблись, на 3,5 года. Вот, и дату назначили вот такую, значит, оккультную, религиозную. Печально все то, что как раз это все, ну, как вот грубо говоря, схавали христиане, значит, и до сих пор это все продолжается. Вот, я лично проповедую и 25 декабря, и 7 января я проповедую, нет проблем. Я в любой день проповедую о Рождестве Христа, и Христос с нами во все дни до скончания века. Вот, и темой моей проповеди является всегда как раз сам Христос, сама личность Иисуса, сам Спаситель наш, Господь наш. И я говорю, что хотя исторически Иисус родился не 25 декабря и не 7 января, безусловно, но, значит, самое важное, чтобы Христос родился в сердцах людских, в сердцах наших, в сердцах человеческих, и родился, и царствовал. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Вот, а праздную Рождество Христово уже после выхода из традиционного православия в его исторический день, будем так говорить, да, в дни рождественские, это дни как раз осенних праздников, предстоящих нам. В этом году, в ночь с 29 на 30 сентября и дальше начнется череда осенних праздников. Некоторые говорят, что на Суккот Иисус родился, некоторые на Йом-Кипур, но исторически очень четко прослеживается все-таки, что он именно на Рош-Хашана, то есть на, ну, библейски называется это праздник Йом-Теруах. Йом-Теруах, то есть буквально праздник трубного зова. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, благодарю тебя, Господь. Благодарю, благодарю, за все тебя благодарю, Иисус. Благодарю, благодарю, за все тебя благодарю. Аллилуйя, аллилуйя. Вот у меня здесь такая лепешка. Сам испек ее еще вчера. Вот, это правда у меня такая поджаристая такая получилась. Ну вот, мое творчество. Зато с любовью к Господу. Вот, и лепешка, просто хлеб. Вот как я его смог. Замесил, поджарил, вот, на сковородке. Жарил просто, старался. Вот, но самое главное, что даже не качество хлеба, да, самое главное качество вот нашей веры, нашего рассуждения о теле и крови Господа Иисуса Христа. Вот, и сегодня я буду совершать причастие, тоже Евхаристию, хлебопреломление, рассуждая о теле и крови моего Спасителя, Господа моего. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Потому что я знаю, что Христос – это мой Спаситель, Иисус Христос, Он мой Господь. Он мой целитель, мой освободитель. Благодарю Бога за все. Благодарю Господа. Вот, и хлеб, который вот так вот испек и жарил, то, знаете, вот да, принимаю я
рассуждаю о теле Христа, о теле Иисуса Христа. Знаю, что тело ломимо было моего Господа, моего Спасителя, за меня и за всех нас. Тело Иисуса Христа. И кровь святая Иисуса, Агнца Божьего, была пролита на Голгофском кресте за меня и за всех нас. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенной. Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя. Благодарю за все, Боже Всемогущий. Благодарю, благодарю. Благодарю, благодарю, за все тебя благодарю. Иисус, благодарю, благодарю, за все тебя благодарю. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Совершу причастие сейчас, и к этому вас тоже призываю, друзья, к этой Евхаристии, хлебопреломлению. Пусть Бог благословит вас всех, возлюбленные. Помолитесь, преломите хлеб. Вот, и чаша. Когда нет сока виноградного, то я просто вот использую, что есть. Вот у меня вот просто вода сейчас, допустим. Просто воды налил. Вот, и совершаю причастие сейчас в простоте такой евангельской. Знаете, друзья, и призываю к этому всех. Независимо от вашей конфессии, деноминации. Церковно, конечно, да, там, ну, как говорится, какие уже правила у вас там в церквях, в собраниях там ваших установлены, ну, конечно, эти правила, как бы, эти правила придерживайтесь. Когда я бываю там в гостях, допустим, то я, конечно, понимаю, что в каждой конфессии, деноминации свои правила определенные, там, причастие, там, допустим, совершается как. Вот, где-то сок, где-то вино, там, где-то хлеб пресный, где-то там квасный, там. Самое главное не то, это все внешние формы, атрибуты. Самое главное – сама суть. Где-то верят в буквальное превращение в тело и кровь. Именно превращается, превращается притворение в тело и кровь Христа. Где-то верят в символизм. Но и это тоже все не главное. Самое главное, что Христос в нас – упование славы. Это и самое важное. Иисус Христос – мой Господь, Бог, Спаситель, Целитель, Освободитель. Иисус Христос. И ни в ком другом нет спасения для меня, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, мне, данного человеку, которому надлежало бы мне спастись, которым я спасен, которым спасаюсь. Вот это самое главное, это самое важное в причастии, в Евхаристии. Самое важное рассуждать о теле крови Христа, что да, ранами Иисуса Христа, телом ломимым Его, да, и кровью святой Агнца Божьего я спасен, спасен. Навсегда, навсегда, навсегда. Бог простил меня. Больше того, Он простил весь этот мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Он простил мне то, что было, то, что есть, то, что будет. Полностью я прощен, я принят, я Сын Божий. Я благодарю Бога Всемогущего за то, дитя Его. А Он мой папочка, мой папа. Ну, при людях обычно, на людях-то я так редко говорю папочка. Обычно я говорю папа или отец. Вот, вот, а лично, конечно, он мой папочка. Вот, но, а на людях, почему отец? Потому что, ну, не все поймут это, не все понимают. Потому что для многих даже отец это слишком даже смело, слишком. Вот, для более чем миллиард, допустим, мусульман на земле, даже назвать Бога своим отцом, это считается чуть не смертным грехом вообще. Это реально, на самом деле. К сожалению. Вот, да и для многих христиан это как бы это очень, ну, очень серьезный вопрос такой еще. Хотя, казалось бы, значит, в Новом Завете и в Ветхом, ну вообще в Библии во всей раскрывается тема отцовства Бога, да, но все равно очень сложно. Без духовного возрождения, одним словом, лишь умственно это все, ну, никакой пользы не принесет человеку, конечно. Вот, но когда мы принимаем Христа в сердце, внутри своего естества, когда для нас Господь Бог Святой – это наш не просто отец даже, а папочка. Он действительно такой. Ава, Отче. Ава, Отче. Именно так взывает Дух Святой, который поселяется внутри человеческого естества, внутри нас, внутри человека.
если Бог рядом с нами, да, если Дух Святой где-то возле нас, да, то, конечно, никогда нормальный человек, он никогда папочкой не назовет Бога своего, да. Вот, значит, но когда Дух поселяется внутри нас, он взывает папочка, отец, папа, Ава, отче, то есть папочка, папуленька, папенька, Ава, именно так переводится, отче, это отец, папа, папа мой, аллилуйя, слава тебе, Господь, слава тебе, Господь. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо, благодарю тебя, Господь, благодарю тебя за твою любовь, благодарю тебя, Господь, слава тебе и хвала, аллилуйя. Он знает Отца, да, аминь, аминь, Иисус, и Он живет в нас, аминь, Он знает, был на небе, аминь, аминь, и Он и есть на небе, Иисус, Он и царствует сейчас, Он по правую сторону, то есть на почетном месте у Отца своего, на почетном месте, в президиуме где-то там, значит, на почетном месте у Отца своего сидит, аллилуйя, по правую сторону, как вот раньше, одесную, да, одесную, есть ашую, есть одесную, шуйский, да, вот, который по левую сторону сидят, шуйца, десница, это правица, это правая рука, вот, одесную Отца, то есть Иисус воссел на самом почетном месте у Отца своего, получается, в президиуме где-то там, прям там за праздничным столом. Аллилуйя. По правую сторону от Отца своего. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Бог Святой. Благодарю тебя. Благодарю, благодарю. За все тебя благодарю, Иисус. Благодарю, благодарю. За все тебя благодарю. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Аминь, 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 аминь. Благословен Господь, Бог наш, Царь всей вселенной. Аминь. Возьмите себе хлеб. Какой есть у вас хлеб? Вот я беру тот хлеб, который попробовал сам испечь вчера. Вот, и... Тело Иисуса Христа. Именно так я принимаю хлеб. Тело Иисуса Христа, моего Спасителя, Господа моего. Аминь. Кровь Иисуса Христа, Агнца Божьего, тело Христа и кровь Христа. Влад подключился тоже, пишет, ой, какая деноминация. Слава Богу, что Иисус вне деноминаций. Поэтому, брат, какой бы то ни было деноминации, какой бы мы ни были деноминации, при причастии это не важно вообще. Вообще. Когда мы причащаемся телом и кровью Христа, все эти вопросы второстепенные, третьестепенные там, и других степеней, они отпадают очень далеко. Богословие, всякие вопросы богословские отпадают. Вся теория христианская отпадает. Неважно, кто ты, православный, католик, протестант, мусульманин, иудей, там, значит, там, язычник, там, сатанист, там, кто, кем бы то ни был вообще. Знай, что Бог любит тебя, Бог любит каждого из нас, и Он отдал свою жизнь за всех нас. Иисус Христос – Спаситель для всех нас. Поэтому прими сегодня тело Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа, как величайшую святыню, и скажи: «Иисус Христос, Ты мой Господь, Ты мой Спаситель, живи во мне, царствуй во мне, пребывай всегда во мне. Люблю Тебя, Господь, Иисус Христос, Иисус, Иисус, Иисус». Воспевай слава, славу Господу, славу имени Христа Иисуса. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Неважно, кем ты был, неважно, кто ты есть. Важно, действительно, что Бог любит тебя, и Он хочет видеть тебя детем своим. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. За Голгофу, за кровь, мы все вместе тебя благодарим. За воскресенье Твое, за победу Твою,
за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец, Ава, Отче, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого, Папочка мой, Бог мой, Папа, Отец мой. Благодарю Тебя, Иисус, Христос, Спаситель мой, брат мой, друг мой, Господь мой, целитель мой, освободитель. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, утешитель мой. За все я благодарю, я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю и за все благодарю. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Святой! Слава, слава и хвала! Боже всемогущий, благослови нас, Господь! Благослови народ Свой миром! Благословен Ты, Царь наш! Аллилуйя! И благословен народ Твой, уповающий на Тебя! Аллилуйя! 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 Благословляю вас всех, братья, сестры, дорогие друзья. Благословляю. Влад еще написал что-то, если я то понимаю, пишет, слава Богу. Но если скажешь, человек целует икону, то что ему причастие? Икона здесь ни при чем вообще. Главное причастие — это сам Иисус Христос. Это не икона, это не кресты, не что. Это он не целует иконы, покаялся. Да так, вопрос просто, пишет. Но это они уже между собой уже общаются уже. Со Светланой уже. Вот. Вот. Даже если ты целуешь иконы, это все не важно сейчас. Важен Иисус. Брат, важен Иисус. Забудь сейчас про икону, забудь про все. Взирай на Иисуса, все. Взирай на Христа. Вот. Это самое важное. Все остальное суета. Вот. Мы часто обращаем внимание на второстепенные, третьестепенные вещи всякие, там, на какие-то еще другие степенные вещи, более неважные еще даже. А забываем самое важное, самое главное, самого Иисуса Христа, самого Господа. Причастие и вообще молитва — это сам Христос, все. Ни Богородица тебя не спасет, ни святые это тебя не спасут, ни Матронушки, ни Иванушки, никто, абсолютно никто. Ни крест тебя не спасет, ни икона тебя не спасет, ничто не спасет, спасет только лишь Господь, только лишь живой Бог, аллилуйя. Друзья, благословляю вас словами благословения священнического, благословляю свою семью. Благословляю всех вас, возлюбленные. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. И пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребывает со всеми нами. Аминь. Аминь. Мир Божий всем вам, братья и сестры. Слава Богу.